Добро пожаловать в мою вечернюю рутину. Для начала я делаю себе какао. Затем занимаюсь уборкой, подготавливаю комнату ко сну малышки. Затем провожу время с Авророй в ванной. Иногда я с ней купаюсь. Каждый вечер Аврора пьет ромашковый чай и ест кашку. Потом я включаю белый шум, и Аврора засыпает с папой. А я тем временем доделываю домашние дела. Мне уборка помогает разгрузить мысли. И вообще это классная практика расхламления пространства. Потом я приступаю к работе. Или отдыхаю. Или провожу время вместе с мужем.